Что, играем? Пони в три. Ты двигай, ты играй, а я буду смотреть. G3? G3? Чего я? О, B5. Это хороший ход. Недавно крамник играл E3, тут я совершенно ничего не знаю. А я обычно играю конь A3. Что будем делать? Я думаю, конь A3 более... Более в твоем стиле, Вась, да? Не, по-людски просто. Да, по-моему, не очень, если честно. Что там потом? C3, конь C2, конь D4. Ну, черт, иногда B4 играем, мы играем конь C4. Иногда черный играет H6, тогда C4, B4, конь C2, да. Такие идеи. Не могу сказать, что хорошо здесь разбираюсь, но сколько-то партий сыграл. Тут вариантов нет. Ну, наверное, слон G2, да? Ну да. Вот эта позиция у меня даже в классику встречалась против гроссмейстера Каспарова. Ну, не другого Каспарова, Сергея Каспарова из Беларуси. А, Беларусь. И, да, и... Ну, ничья получилась, я от Конра ничего по дебюту не получил белыми. А что? Конь опять нету случайно? Конь опять, кстати, ну... Ну, я не знаю, может, слон d5 после этого? Да, я тоже думаю, и там c4, нет, c4, в принципе. c4, bc, потом черный c5 пойдут. Выглядит слишком вызывающе. Ну, не знаю. Ну, значит, идем 2-0. Можно просто, можно 2-0, или d4 пойти, или d3, выбирайте. Ну, d3 или 2-0 мне нравится, если конь опять не... Ротировку давай. Давайте. Может быть, d3, кстати, было больше смысла в ходе d3, потому что грозило уже. Ну, все равно, если черный опять играет, то это уже не важно. Я предлагаю d3 пойти, на мой взгляд, это поинтереснее ходить, чем d4, чтобы потом e4 вставить. Пункт e5 у нас под контролем. Мне кажется, черт, надо d5 играть все-таки в какой-то момент. Иначе белые могут получить небольшой перевес здесь. А как мы пешки возим? e4, f4, e5 или как? Ну, e4, потом как-то под ее прикрытием. Ну, нам все пока не дают сыграть. Так, ну, конь e5, да? Конь e5, да. Все равно есть идея e4 сыграть, на самом деле. Ну, вам конь дам, кстати, d8, конь f7. Да даже если... А, нет, здесь если немного... Слон g5 рано, или как? Или d4? А если e4? Что если e4 сыграть здесь? Забрали. Нет, забрали... Нет, если конь g5, то коня заберу. Забрали, да. Идея в том, что как-то конь f7 хотим, да. Ну, я тоже говорил об этом. Забрали, конь e4. Есть у нас какая-то компенсация? По-моему, нет. Конь f7, король f7, конь g5, конь g5, слон b7, ладья a7, ферзь h5, g6. Да там фигуру мы не теряем, потому что после e4 побили, на конь e4 будет просто конь f7 и под... А, нет, конь g7. Ага, у нас заберут эту фигуру, да. Но правда мы заберем слона, и может у нас какая-то атака будет. Так, ну конь g5, а, ферзь g5 нельзя. Просто дело в том, что я... А какая другая идея этого белых, я не пойму, кроме этого. Позиция не очень... Позиция подозрительная, если честно, если так не играть. Ну, значит, играем. Можно пойти просто слон f4, конечно, действительно. И... Нет, игра e4, я думаю, что они это считали. И... Да, и они это все посчитали, и мы сейчас загнемся. Мне кажется, что концовка этой партии будет именно такой. Ну да, минуту, конечно, много потратили на это. Да нет, беда не в минуте, беда в том, что, видимо, конь f7 не проходит, и мы будем играть на позиционную компенсацию. Я думаю, Саламаха отговорит его. Не, там Виталий ведущий, мне кажется. Мы тем более, вот Виталий играет, а Олег смотрит, вот, на самом деле. Олега лишили. Не допустили к пульту управления, я чувствую. Ну, да я не играть, у нас все нормально, неожиданно. Мы побьем ЕД и поставим D4. А вот это пешка будет. Слон Е5, слон Е5, конь Е5, да Е, ну что? Ну, я не знаю. Может, слон G5 просто. Да я ожидалось, да. Да я придется играть, да? Да. А еще на конь e4 еще можно посмотреть такой позиционный конь c4 ход. Я не думаю, что он будет плохим очень. Типа, ну, с идеей потом на ладье e1, то есть как-то использовать подвисание фигуры и слона на b7. Определенный смысл есть, даже мне кажется, не сколько ладья e1, сколько там был бы ход на конь e4, на конь e4, конь c4, уже потом грозит конь g5 сильно. А сейчас конь f7, побили e5, и потом конь g7, конь f7, потом d4 есть. Теперь d4 есть ход. Да есть, но а конь f7 просто принципиальный вариант. Конь f7, король f7, e5, что делать? Очень опасно. Слон e7, наверное. Может, конь f7, король f7, конь g5 сначала тогда? Король e7. Король e7, e5. Король f8, а король f8 здесь взяли.
Да вроде очень хорошо у нас, нет? Я тоже так думаю. Ну ладно. Ну, по крайней мере, это радостный шахмат. Все ждут нас радостный шахмат. Смотрите, мы жертвуем гроссмейстеру, сильному блицеру полкомплекта, и вместо того, чтобы дать мат, огребаем. По-моему, это достойный сюжет. Ходи быстрее. У нас времени мало. А конь же 5, ну король 7. Е5, я не знаю. Где радость за черных? А на король Е8 там что? Можно... Король Е8 не знаю. Не знаю, может оно Е5. Слон G2, ЕД, слон F1, конь Е6. Радостный шахмат. Кстати, позиция очень опасна у черных. Е5, слон G2, ЕД, слон F1. Ну, вообще-то слон H3 еще есть ход, я думаю. Слон H3, конь F8. Да, конь F8 успеет, да, но немножко будет... Ну, конь E6 бей. Нет, потом... на конь F8 будет E5. Слон E7, да, спасает. Ну, либо E5, либо конь E6. Так, ладно, погнали. Времени мало, сейчас мы красиво все отдадим, в стиле Васи. Просто вот буквально все начнем жертвовать. Вась, ты так играешь в шахмат? Ну, я не знаю, что я более... Ну, как-то не знаю, с Михайловским вообще не так было, и с этим... Не-не, ну какой Во? С Вовой был серьезный турнир, нокаут. А тут должно быть веселье, бьем. Бери слона, отлично, проходная есть. Идея конь Е6. Запись ведешь? Ну да. Отлично. На слон F1 может ферзь F3 еще какой-то ход. С идеей тут везде мне напасть. Мне нравится ферзь F3, мне нравится, что пускай там слон F1 постоит. Не, просто тут как-то общим рассуждением меня делаешь. Надо считать, а считать не получается. Но ферзь F3 мы слили. Да, мы считали абсолютно вообще не те варианты. По-моему, это неплохо. Так, C4 неплохо. Ладья Е1 надо играть, видимо. Ну, играем. Как вариант, но, наверное, на CD слон F4 какой-то. Хотя ферзь H5 не помогает. На CD ладья E6. На CD идея ладья E6. А, вот так вот. Окей. А потом ферзь D5. Да, там взяли слон E6, конь E6, ферзь D5. Но я просто все набрасываю, я же говорю, не особо тут труждаюсь расчетом вариантов. По-моему, это отличный подход. Конь F8, а соперник все отклоняет. Где радость? Не пойму, где радость? Кирилл тоже всегда недоволен, когда я так делаю. Что, бьем и слон F4 как-то? Ну, давай. У нас одна пешка за фигуру. И ферзь B7, да, конечно. Пешки маловато. Ферзь B7 как-то не страшно, там, не знаю, ферзь G4 можно накинуть или ферзь H5. Да можно, у нас фигуры не хватает. Да ладно. Ну, ферзь G4, слон E5 и, короче, где-нибудь на G7 заматывает. О, ладно. Ферзь H5, угроза мата. Ну, G6, конь G6 или G6 будет. Ну, я G6 там бы на руку было. Я бы еще хотел ладья D1 и скинуть на D5, потому что слон какой-то неприятный. H6 сильный ход. Ну, у нас походу... Конь H3. Обидно играть конь H3. Где наша компенсация? Я вижу, что у нас фигуры не хватает теперь. Сейчас коня на H5 переведем, и все. Ой, мат хотят. Нехорошо. С его стороны. Конь F3, конь F2. Королем уходи, король F1. Ладно, погнали, радость. Радость продолжается, правда нас уже матуют, но главное радость. У них тоже мало времени. Да. Видите, партия свелась к рубке флага. По-моему, это неплохо. Ты сейчас поменьше, слушай, да, сходи чай побольше. А, ничью фиксируешь. Ну так, да, тоже. Нет, черные должны на победу, какая ничья. Не, я имею в виду белые ничью фиксируют. Так, уходи. H5, значит, ну... Тут же 5. Ну или так, да. Ферзь шах. Ай-яй-яй-яй-яй. На D2. Так, у меня все подвисло. Ход я успел сделать. Нет, тут нас уже доедают окончательно. Мне кажется, пора сдаться. Ну еще, наверное, уже да. Ладно, сдаемся. В конце концов, это... Все-таки, ну, надо играть прилично, в рамках приличий. Одно дело радость, другое дело сдача без двух фигур. Поаплодируем. Давайте проверим быстро сейчас, прежде чем принимать ответный вызов. Был ли выигрыш у нас где-то или нет? Правда, почему-то у меня нет кнопки движок. У меня была такая проблема, я переустанавливал планету.
У меня просто сегодня днем еще такой проблемы не было. Ну ладно, тогда, в общем-то, вы сами все видели, проверьте, если есть желание сами эту партию, а мы приступаем к реваншу, я так понимаю. Правильно? Ну да, конечно.